То есть самые три простые числа 1, 1, 2 в состоянии определить гармонию. Это действительно фантастика. Так, пришел Флет, его возраст. Саш, сколько ему? Так, присядьте, пожалуйста, чтобы я мог увидеть. Тихо. Что мы с вами видим? Растянутый в меру глубокий кобель. Длинноголовый, с умеренной длиной шеи. С прочным верхом, глубокой грудью. Насчет того, как выражена передняя часть, я посмотрю руками. Но, судя по углу плеча, хорошо. Хотя эти вещи не всегда совпадают. Бывают выраженные форбурсы, прямоватое плечо, бывает и наоборот. И очень хорошие углы задних, что на самом деле у Флетов стало совсем недавно. Раньше они грешили прямоватыми задними ногами. Ну что, давайте мерить. Сначала смотрим собаку на соответствие основной гармонической сетки. Господи. Вот так, вот так. Вот так. Перед собакой встаньте, пожалуйста. Вот сустав, вот корень хвоста. Вот последнее ребро. Вот подвздошный бугор. Канон? Чуть-чуть. Что чуть-чуть? Поясница. Поясница короче. Поясница не бывает меньше одной четверти. Значит, хвост недостаточно высоко поднят. Еще раз смотрю. Последнее ребро, подвздошный бугор. Ну? И здесь хорошо. Это правда. Так. Смотрим. Локоть под холкой. Точно, правда? Хвост выше. И колено под корнем хвоста. Видно? Запоминайте. Вот вход колена отсюда. А вход в локтевой сустав отсюда. Вот. Смотрим наличие горизонтали. Плечелопаточный сустав. Вот. Ну-ну, помещайте. Тазобедренный, вот. Плюсный, вертикальный, как вы помните. Горизонталь? Опускаем на уровень ямок. Горизонталь? Соответствует основной гармонической модели? Вправе ожидать золотых значений или значений близких к ним. Какая вы широкая, а? Дайте-ка мне губку. Минуточку. Не, я не хотела постирать. Дай сюда. И не надо стирать. Но проводить надо вот здесь. Экономно. Конечно. А то. А, еще будет собака. Еще будет собака. Так, начинаем промеры. Молодец. Высота в холке. Заметьте. Я пользуюсь самыми примитивными инструментами. Но через мои руки прошли тысячи собак. Да, конечно, я совершаю ошибку, но она одна и та же моя систематическая ошибка. И мои промеры очень близки к тем, которые были бы сделаны совершенными инструментами. Это было тысячу раз проверено. Я не преувеличу. Я помещаю палец сюда и под контролем пальца опускаю отвес. 63. Не пишите пока. Нет, собака не должна двигаться. Стоишь. 63,5. 63,5.
Здесь 33,5. Подождите писать. Тридцать два с половиной. Тридцать три. Голову кверху. Впереди, встаньте, пожалуйста. Голову кверху, хвост кверху. Под горло держите. Сорок восемь. 48,5. 49. 48,5. 49. Так, минуточку. Вот костистый бугор, да? Минутку. Вот. Держите. Значит, длину у меня получается 74. Прижимайте. Сорок три. Успеваете писать? Успеваем. Под горло выше. Голова в одной плоскости с собакой. С продольной осью собаки. 111. Что вы там написали? 30,5. Потом. Меня сейчас это не интересует. Хорошо. 111. Так, хорошо. Да. Сумму длин головы и шеи измеряем двояко. Вы помните, да? Верно. Ну, удержали под нижнюю челюсть. 48,5. Там сколько? Длина линии вверх. 48,5. Да. Даже не буду сажать. 48,5. Да. Сумма. Да. Подожди, малыш, подожди. Ну, нет. Да. Подожди, пожалуйста. Так, 39,5. Морду закрыть. Я у основания буду мерить. Я у основания буду мерить. 26. Сейчас я еще раз проверю. Мне не нравится. Все-таки дышал. Было приоткрыто. Двадцать семь. Еще раз проверяю здесь. Ну. Первый. 41. 41 череп. И 26,5 морды. 21 и 26,5. Да. Все проверили, да? Измерили. Стоп. Это мы вычисляем. Отсюда вычисляем это. Значит, получается 30,5. 30,5. Считай. 30,5. Делить на 48,5. 30,5 делить на 6. Пишите. Знак да. Равенства. Да, а это мы сейчас... Вот, 6 на 3. Это 6. Зачем вы там это пишете? Вы хотели вот записать, какие, нет? Чтобы запомнили. Чтобы запомнили. Значит, запомнили. 6. Так, теперь касая длина груди на длину туловища. 43 на 74.
0,6. Теперь длина туловища на длину диаметра. 0,6. Теперь высота в локте на сумму длин головы и шеи. На сколько? 8, 5, 6. И последнее, 26,5 на 41. 26 на 41? Угу. Да. 0,9. Ну, как вы считаете, 26,5 на 41? 26,5. Вот мы опять с вами имеем первоклассную собаку. Я не знаю, как он движется, надеюсь, что все будет хорошо. Но если судить его по стойке, эта собака очень высокого класса. Какие у него титулы? На крафте класс только. Вот так. Значит, о чем это говорит? Спасибо большое. Спасибо. О чем это говорит? О том, что первое, был очень одаренный заводчик, да? Что собака прекрасно вырастили, потому что в онтогенез не вмешались, позволили ему расцвести полным цветом, и что его судили очень хорошие судьи, у которых глаз настроен на золотое сечение. Повезло. Всем повезло. Очень красивая собака. А кто еще у нас будет? Так, попросили двух.